Славянский сельхозтехникум не нуждается в особой рекламе. Одно из старейших и лучших средних специальных образовательных учреждений Кубани всегда востребовано. Из его стен вышли тысячи квалифицированных специалистов. Для техникума очень важно, чтобы будущие студенты приходили сюда осознанно, сделав выбор профессии серьезно. Не так много времени остается до экзаменов, после которых выпускники продолжат свое обучение. Славянский сельскохозяйственный техникум каждый год принимает на учебу студентов как из нашего муниципалитета, так и из других городов и районов Краснодарского края. В интересах техникума, да и всего общества, чтобы сюда пришли одаренные и мотивированные на обучение молодые люди. Именно для этого, для славянских старшеклассников и проводятся дни открытых дверей. Знакомство начинается с музея техникума, где отражена его богатая история, тесно связанная с историей всей страны. Мы рассказываем школьникам о нашем техникуме, проводим экскурсию. Я учусь на первом курсе, я очень довольна нашим техникумом. У нас есть огромный выбор специальностей, я учусь на одной из них – защита в чрезвычайных ситуациях. Учащиеся школ Славянского района увидели все своими глазами и смогли поучаствовать в различных мастер-классах. Студенты специальностей пожарная безопасность и защита в чрезвычайных ситуациях провели показательную тренировку по надеванию боевой одежды пожарного и продемонстрировали выполнение работы на пожарной башне. Мы показываем практические мастер-классы. Это производится для того, чтобы будущие абитуриенты сделали выбор к определенной профессии. Будь то спасатель, логист, бухгалтер, агроном. Для каждой специальности мы показываем определенный мастер-класс, где дети могут посмотреть и выбрать свою профессию. Это очень важно при выборе дальнейшего своего обучения. В числе учащихся были ребята, которые уже сделали выбор будущей профессии. Один из них приехал из станицы Петровской. И меня заинтересовала профессия пожарная безопасность. Эта профессия нужна будет всегда и везде. Нам провели экскурсию, и мне все понравилось. Здесь в сельхозтехникуме лучшее оборудование для этой профессии. Интересно, что сюда приезжают и выпускники сельхозтехникума прошлых лет, привозя своих детей с тем, чтобы они смогли познакомиться с условиями учебы и материально-технической базой. Я его закончила, он изменяется, много новых специальностей появляется. Да, и МЧС я дочь тоже говорила, предлагала эту специальность. Очень хорошее, что одни в крае у нас такие готовят специалистов. Вот, очень интересно, очень техникум славится, какие дают образование какое, что потом специалисты с этого техникума востребованы, что их приглашают на работу уже на третьих курсах. Вот, сейчас выбираем из нескольких специальностей, но дочь, увидев техникум, сказала, что она пойдет только сюда, и город нравится. Приехали сами работники техникума, нас встретили, все рассказали, все показали. В этот день ребята смогли побывать и в агромеханическом отделении, посетив лабораторию, оборудованную по последнему слову техники, а также узнать много нового о других специальностях. Школьники задали интересующие их вопросы и получили на них ответы. В техникуме все делается для того, чтобы кубанские предприятия и учреждения получили квалифицированных молодых специалистов. Андрей Вишневский, Георгий Калинин, программа «События».